Как ты говоришь, это называется то, что ты хочешь? Хороший? Чурос? Чурос. Или чирос? Ты хочешь, чтобы мы вот в этой очереди стояли? Ты реально? Стоит реально. Мне кажется, ты от твоих чуросов обломаешься, они невкусные. Ты их ела хоть раз? И ты реально ни разу не ела и будешь стоять где-то в очередь? Я чувствую. У тебя женская интуиция, да? Какой резон стоять такому огромному количеству? У тебя женская интуиция? Да. Какой резон стоять такому огромному количеству человек здесь, если это невкусно? Может, все такие же, как и ты. Никто не знает, что это такое, и стоят. Знаешь, этот инстинкт очереди. Если кто-то встал в очередь, значит, там вкусные, все стоят. Я уже предвкушаю этот вкус пончика, у меня уже ну не ладно, остановить. Я сниму сейчас, как ты это выкинешь в мусорку. Сколько вы отстояли? Давай, я хоть покажу, зачем стоите. Нам прикольно, надо аккумулятор. Не могла все. Там еще все более. Да сейчас тебе дадут. Ты довольна теперь? А вы заплатили? Надо заплатить сейчас. Тебя просто сейчас надо снимать, и все, ты излучаешь позитив, радость, счастье. Ты и так его излучаешь, а сейчас в максимальном количестве.